Ваше Величество, позвольте мне вас поприветствовать сердечно в России. Your Majesty, I would like to cordially welcome you to Russia. Мы постоянно находимся в контакте. We are in close contact with each other. А сегодня, когда идет такая серьезная борьба с международным террористом, мы должны объединять наши усилия, это очевидно. It is obvious that today, when there is such an intentional fight against international terrorism, we need to get united. И мне очень приятно, что наши военные специальные службы действуют в этом направлении. And I'm glad that our military and special forces are working in that right direction. Ну и кроме этого, у нас есть о чем поговорить, имею в виду двусторонние отношения. And apart from that, we've got lots of things to discuss, and referring to our bilateral relations. My dear brother, I thank you very much for seeing me today on a day where you have many weighty issues on your shoulders. Мой дорогой брат, я очень рад встретиться с вами сегодня. Благодарю за сегодняшнюю встречу, в особенности в тот момент, когда вам предстоит решить столь много насущных проблем. I would like to offer my condolences and that of the Jordanian people for the tragic terrorist heinous attack on the innocent Russians that lost their lives through the metal jet terrorist attack. Хотел бы выразить соболезнования от своего имени и от имени народа Иордании в связи с ужасной бабушкинской террористической трагедией, которая повлекла за собой гибель невинных людей в результате крушения. As well as the loss of your pilot today. Хотел бы выразить соболезнования в связи с потерей жизни вашего пилота сегодня. And I believe that this compels the international community to work stronger together, both militarily and diplomatically, in the context of Vienna, which is something that you have been a strong sponsor of. И это еще раз демонстрирует насущность и важность совместной работы в рамках сотрудничество международного сообщества, военных и дипломатических усилий, в особенности вот эти инициативы, которые была озвучена в Вене, я так понимаю, вы участвовали в предложении этой инициативы. You know, Mr. President, I have said for many years that the only way of finding a political solution in Syria is with the strong role that both you and Russia plays for a political solution for the Syrian people. Я уже говорила, что единственный способ найти политическое урегулирование проблемы в Сирии – это ваше активное участие, участие России. Your fight against Daesh is a fight that all of us have to do together, not only in Syria and Iraq, but also both you and I have said that this is a global war, a war that binds all of us together. В рамках борьбы с ИГИЛ мы должны работать сообща, однако эта совместная работа не должна ограничиваться действием в Сирии и Ираке, потому что сейчас разворачивается на самом деле глобальная война с терроризмом, как уже не раз говорилось. Daesh, Al-Qaeda and their offshoots want this to be a fight against humanity as well as Islam. ИГИЛ и Аль-Каида и многие их другие ответвления хотят, чтобы это была борьба с человечеством. And you and I have both talked for many years about the holistic nature of the challenge, how we have to combine international efforts, not only in our region, but to fight this in Africa, in Asia, in Europe, as well as our region. И мы неоднократно уже говорили о том, что нужно выработать целостный подход в борьбе с этой угрозой не только в нашем регионе, но и в Африке, в Азии, в Азии. So this is not just the challenges that we face in Syria and Iraq, but also, we have seen terrorism in Saudi Arabia, in Beirut, and unfortunately, recently in Paris, as well as Mali. Поэтому, опять-таки, это вызов, который не ограничивается только Сирией и Ираком, а теракты проходят и в Саудовской Аравии, и в Бейруте, и в Париже, к сожалению. I know that this is a fight that both you and I, our countries, and many others in the world are determined to win. Я знаю, что в этом сражении вы, мы и многие другие страны, участвующие в этой борьбе, преисполнены решимости одержать победу. And again, this is an opportunity for all of us in the international community to come together and fight this fight as part of a coordinated international body. And I again commend the very strong relationship between our two countries and between you and myself.
И, конечно же, это возможность для того, чтобы международное сообщество объединило свои усилия и координировало свои усилия в рамках глобальной борьбы с этой угрозой. Я высоко оцениваю прочные контакты, которые у нас установились между нашими странами и между нами с вами. I have known you for many years, and our relationship has always been a strong one. And I know that it will continue to move from strength to strength. And I thank you for the valuable time that you're giving me today on a very difficult day for you and for your people. Наши отношения уже развиваются в течение длительного времени, и у нас формировались на самом деле прочный фундамент для взаимной работы. Поэтому я высоко ценю каждый раз то время, которое вы мне уделяете, особенно сегодня, в столь сложное время для вас. Ваше Величество, спасибо большое. Your Majesty, thank you very much. Спасибо вам за слова соболезнования. Thank you for the words of condolences expressed to you. В том числе в связи с крушением нашего военного самолета сегодня. Including the downing of our military jet today. Это событие выходит за рамки обычной борьбы с терроризмом. This event goes beyond the frameworks of regular fight against terrorism. Конечно, наши военные ведут героическую борьбу с террором, не жалея себя и не жалея своей жизни. Naturally, our military are pursuing a heroic battle against terrorism. They are sacrificing themselves and their families. Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. But today's event is the blow that has been given to us in our back by the accomplices of terrorists. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. There is only one way to qualify the event that took place today. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Our jet was downed over the territory of Syria. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолета F-16. By the air-to-air missile from the Turkish jet F-16. Упал на территорию Сирии в 4 километрах от границы с Турцией. It fell on the territory of Syria 4 kilometers from the border with Turkey. Находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6000 метров, на удалении 1 километра от турецкой территории. When it was assaulted, it was flying on the level of 6000 meters, 1 kilometer away from the border. В любом случае, наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой Республике. In any way, our pilots, neither our pilots nor our jet threatened the territory of Turkey. Это очевидная вещь. It is an obvious thing. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ. They were pursuing an operation within the framework of the fight against ISIL. В Северной Латакии, это горная часть. In the mountainous areas of North Latakia. Где сосредоточены боевики, в основном выходцы из Российской Федерации. Where militants are located, mostly originating from the territory of the Russian Federation. И в этом смысле они выполняли свою прямую задачу превентивных ударов по террористам, которые в любую секунду, в любое время могли вернуться в Россию. And in this context, they were pursuing and carrying out their direct duty of making preventive attacks on those who might threaten Russia. И это, конечно, люди, которых напрямую необходимо относить к международным террористам. And people behind that should be directly qualified as international terrorists. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территорий. We stated on many occasions that on the territory of Turkey there are lots of oil and oil products being transferred, which were seized from the territory of Syria. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирований. That is how gangsters are receiving their financial support. Ну, теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. And now there are attacks in our back, attacks against our jets for fighting against international terrorism. И это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе. А Турция, как известно, в ряду тех, кто объявила о том, что они якобы воюют с терроризмом в составе американской коалиции. Take into account the fact that we signed an agreement on deconflicting and preventing airplane clashes with the United States, and as we know, Turkey was among the ones who announced that it joined the US-led coalition in their fight against terrorism. Если у них, у ИГИЛ,
такие деньги, а счет идет там на десятки, сотни миллионов, может быть, на миллиарды долларов за счет торговли нефтью. Since ISIL has so huge resources, which stood at the level of tens of hundreds of millions of billions of dollars coming from illicit oil proceeds. Плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил целого государства. In addition to that, they are protected by the armed forces of their own states. Тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. That is why we understand why they are so blatant. Почему они умерщвляют людей самым изуверским способом? Why they are killing people using so many atrocities? Почему они совершают террористические акты по всему миру, в том числе в сердце Европы? Why they are committing terrorist attacks throughout the world, including in the heart of Europe? Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что случилось. We would analyze everything in very detail. Сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. And today, a tragic event will have for significant consequences, including for relations between Russia and Turkey. Мы всегда относились к Турции как не просто близкому соседу, а как дружественному государству. We have always treated Turkey not as our close neighbor, but as our friendly state. Не знаю, кому было нужно то, что сделано сегодня. I don't know who was interested in what happened today. Во всяком случае, не нам. Not us, by any means. И вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, instead of immediately getting in contact with us, насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО. As far as we know, the Turkish side immediately turned to their partners from NATO. Для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. In order to discuss this incident. Как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наш. As if it was us who downed the Turkish jet and not vice versa. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Do they want to put NATO at service to ISIL? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы. I understand that every state has its own regional interests. И мы всегда относимся к ним с уважением. And we've always respected that. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления, but we would never tolerate как сегодня. These atrocities as today to take place. И, конечно, мы рассчитываем на то, что международное сообщество все-таки найдет в себе силы для того, чтобы сплотиться в борьбе с общим злом. And really hope the international community will make it to get united in the fight against common evil. В этой связи, конечно, рассчитываем очень на активное участие всех стран региона в этой борьбе. In this context, we really count on active participation of all countries of the region. И очень рада вашему визиту сегодня, Ваше Величество. And we are really glad to have you here today, Your Majesty. Продолжим работу с вашими специалистами из специальных служб, военными, так же, как и с другими странами региона. We will continue working with your experts, with your special forces and military, as well as with those from other countries. Спасибо. Thank you.